Я хочу приглашать сюда человека, который, я знаю, любите, уважаете. Поздравляю вас! Я поздравляю вас быть здесь конференцией здесь, в Париже, 2013 год, золотой конференция. Вы здесь бываете, вы достигли, поздравляю вас! И это, конечно, как много уже сказали, что вы сами лучшие из лучших. 3 миллиона консультантов в мире Oriflame. И у нас 2000 здесь. 2000 самые лучшие. Аплодисменты вам за ваши результаты, за ваши достижения. Поздравляю! Я думаю, что нет слов, что как приятно быть в Париже. Скажи мне, пожалуйста, приятно быть в Париже? Это, наверное, мечта для многих. Серьезно? Да. Я согласен. Потому что Париж для Oriflame, для многих, это очень много чувств. Париж, это, как все сказали, это город очень красивый, исторический, великолепный. Город и Франция, это, конечно, поле лавенды. Это вот это чувство, запах, утренний кофе с круассантом. Это поцелуй. Это, конечно, тоже прогулки вечерние по Сене, здесь реки Париж. Это мода, это стиль. Это Эйфельная башня, которую вы уже видели, как я понимаю. Но тоже Париж, Франция, это сердце Европы. И Париж является сердцем Франции. Но Париж тоже особенный город для компании Oriflame. Почему? Потому что сердце Парижа в аббатстве Сан-Ден развивается флаг Oriflame. И Париж все начинался. Простые люди, которые начинали мечтать о другой жизни и не боялись бороться за свою мечту. Огромные изменения были сделаны здесь, потому что были талантливые мужчины и женщины с грандиозными амбициями. Особенно французские женщины стали известными. У нас есть Шандар, первый женский военный лидер, который играл огромный роль, вдохновил французскую армию победить 30-летнюю войну. У нас есть великая писательница Джордж Санд, которая действительно сделала революцию. Когда она одела мужской костюм и открыли дверь в мужское общество. У нас есть Коко Шанель, конечно, которая совершила революцию в моде и стиль. Сказала женщинам,
носить брюки и при этом быть элегантным. Почему я вам об этом говорю сейчас? Я говорю вам, что сейчас понятно из этих примеров, что героям не могут только быть мужчины. Женщины могут все. Перемены возможны. И вы все можете. Я в сердце чувствую, как вы можете изменить жизнь тысячи миллионов людей, не только в вашей стране, но в странах СНГ. И в мире. Но мой вопрос сегодня вам. Кто вы сейчас среди этих женщин сильных, талантливых, амбициозных? Что говорят ваши дети о вас? Что ваши структуры говорят о вас? Что вы делаете для того, чтобы оставить след в истории? Люди говорят о вас, о лидер, или люди говорят что-то другое? Давай вернемся к этому вопросу в конце. Потому что этот год был очень интересный. Как вы уже сказали, в этом году были большие изменения в компании «Орфлейм». В принципе, ваши желания были вдохновением для компании «Орфлейм». И с марта месяца у нас есть что? Что у нас есть, дамы и господа? У нас есть план мечты. И план мечты, конечно, очень интересный. Я помню, когда с вами встретились очень много разных городов России и страны СНГ. Как мы все радовались. Мы видели новые перспективы. Мы видели новые аргументы, почему люди должны прийти в «Орфлейм». И сейчас мы смотрим реальные статистики. Мы видим сейчас, что старший директор в России, например, зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. Минимум. Золотой директор зарабатывает 75 тысяч рублей. Золотой директор сейчас именно вы зарабатываете 25 тысяч долларов в год. У нас есть хорошие аргументы сейчас, почему люди должны прийти в «Орфлейм». Но мы все знаем, что это не только денежный вопрос. Мы не только здесь за деньги. Мы тоже здесь, потому что мы хотим жить по-другому. Мы хотим жить по-европейски. Правильно? Ну что это такое? Кроме хорошие деньги, это стабильность, надежность, возможность действительно сделать что-то для того, чтобы оставить след в истории для своих детей, для свою структуру. Но это тоже возможно быть свободным, независимым. Это жить по-европейски. Но сегодня, согласны, еще улучшения были, правильно? Новая программа лояльности. Новый пример клуб. Давай, я хочу услышать, как вам нравится эта новая программа лояльность? Программа пример клуб. Очень много. Татьяна Навка, новые продукты, которые даже лучше, чем Ланком. Но, когда так появится так много, в принципе, можно сказать, даже на халяву, тогда есть несколько вариантов, как себя вести. Правильно? Есть один человек, который правильно думает, что «О, так хорошо, я буду зарабатывать те же самые деньги, как раньше». Ну, адекватно буду побольше. Но есть другие люди, которые видят, что здесь есть перспективы. Перспективы, что если я, по крайней мере, работаю как раньше, я буду зарабатывать больше.
И многие из вас это чувствуют. Ваши доходы повысили 30-40%. Но сейчас это важно, что когда мы уедем отсюда домой, мы знаем, и вы знаете лучше, чем я, что сезон начинается. И поэтому это важно, что мы определимся. Потому что многие люди, они проводят свою жизнь в ожидании. Они всю неделю ждут пятницы. Весь месяц праздника, весь год лета. И отпуск. Всю жизнь счастья. Они откладывают свою жизнь на потом. Знаете, что вчера я был в Москве. Была очень интересная встреча. Встречался с людьми и в какой-то форум, называется «Шведский российский бизнес-встреча». Самых крупнейших президентов шведских компаний поехали в Москву для того, чтобы встретиться с министром торговли и президентом крупнейших компаний России. Интересная встреча, очень много известных людей встречался. Но когда я там сидел, я понял, какая мощная компания Oriflame. Представляете, когда, какое чувство у меня было, когда я сидел и понял, что наш оборот, товарооборот выше, чем такие компании, как Ericsson. Или Volvo, или Scania. И наши инвестиции не меньше. Мы очень крупная компания в России и в странах СНГ. И представляете, как я сидел и просто гордился. И потом я поехал сюда. С чувства гордости. Сколько мы достигли. Какие мы хорошие. Сколько мы делали. Новые планы мечты. Новые продукты. Ни одного разговора по поводу отсутствия продуктов. Какие мы хорошие. Новый план успеха. Лучшая программа лояльности. Премьер-клуб. Нету отсутствия товаров. Скоро завод в России. Я горжусь. Гордитесь! Гордитесь, дамы и господа! Но вопрос стоит. Вы довольны? Нет! Нет. Сейчас мне надо правильно сказать, что я очень горжусь, но не очень доволен в данном моменте. Я ожидал гораздо больше от нового плана успеха. Я ожидаю гораздо больше новых званий. И я знаю, что вы это тоже ожидаете. И поэтому это важно вернется к вопросу, о чем будут люди говорить, когда они говорят о нас? Успешный лидер с амбицией, энергией? Или такой человек из старого, человек из прошлого, человек, который сделал свои звания несколько лет тому назад, такой крутой человек. Ну, без сила! И поэтому, дамы и господа, это важно, что мы гордые, но недовольны. Компания Oriflame, включаю меня, Роберт, Йонас и все менеджмент,
Александр, все готовы на все. И я хочу, чтобы ни одного человека в этом зале не думали, что мы не готовы сделать все для того, чтобы компания стала номер один. И что компания «Рефлейм» самый лучший партнер для вас. Мы были, являемся и будем самая лучшая световая компания в России, в странах СНГ, в мире, сегодня, завтра, навсегда. Но время действовать, дамы и господа. Я обещаю, что «Орифлейм» будет поддерживать вас до конца. Но сейчас, дамы и господа, вам надо что-то обещать. Себе. Будет ли вы вернется в следующем году на золотой конференции, как человек из прошлого? Или как человек с новыми результатами, дамы и господа? Скажите, пожалуйста! И не надо обещать мне ничего. Ну, себе, своим детям, своей структуре. Время быть лидером. Время иметь энергию. Время действовать. Время решить. Я обещал и в Киеве, и в Москве банкеты директоров, что я буду целовать каждый новый с вами. И сейчас вам надо обещать, что вы будете целовать меня. Итоги, дамы и господа. У нас есть очень много с собой домой. Новый план успеха, новая программа лояльности, новый пример-клуб, новые продукты, Татьяна Навка, менеджмент энергии. Но сейчас сезон начинается, лето закончило, время действовать. И по крайней мере быть лидерами. Я обещаю себе, что я не буду человек из прошлого, я буду человек, о чем все в моей структуре будут говорить, что это такой лидер я хочу быть. И чтобы ваши дети сказали, я горжусь за мою маму и папа, потому что они привели, они лидеры, они показывают мне тоже дорогу к успеху. Договорились? Да. Договорились? Да. Не забывайте, дамы и господа, вы самые лучшие, вы все можете, все в ваших руках. Счастливо вам, я вас люблю, спасибо. Dummy!